Первая гонка в рамках седьмого этапа. Все готово к старту. Эстебан Окон, один из претендентов на чемпионскую корону против Матео Тушера. Гонщики, которые располагаются на первых четырех местах стартовой решетки, в этом году в квалификации показали свой лучший результат. Ну а Эстебан Окон еще ни разу в своей карьере в рамках серии Гран-при 3 не стартовал с полпозиции. Лидер чемпионата Лука Джотто у нас располагается на шестом месте. Все внимание на старт! Седьмой этап серии Гран-при 3. Мы видим, что сразу же два автомобиля засиделись на старте. Возникли какие-то проблемы. Проблемы у Матео Тушера. И, конечно, этим моментом воспользовался. Я думаю, что в первую очередь Эстебан Окон. Посмотрите, как здорово к стартовому повороту. Он уже имеет комфортный задел. Ну, по крайней мере, первые метры дистанции он прошел в своем темпе, спокойно, не испытывая давления, не испытывая прессинга со стороны других участников. И, по-моему, также возникли проблемы у Кевина Чикона, который находился на так называемой грязной траектории. Но я думаю, что сейчас мы будем разбираться. Да, Лука Джотто сейчас пустился в погоню за Эстебаном Оконом. Два претендента, два главных претендента на чемпионский трофей по итогам этого сезона. Похоже, что возникли проблемы у Александра Босака из команды Arden International. Ну а мы внимательно следим за гонщиком команды Campos Racing Team. Это Константин Терещенко, россиянин, который в прошлом году уже отметился, правда, такой вот не слишком положительной серии тестов. В свободной практике одного из этапов он разбил свой автомобиль. В практике это было в августе прошлого года в России. И Лука Джотто атакует Эстебана Окона. И похоже, что проходит своего конкурента. Какая серьезная борьба у нас намечается. Да, так оно и есть.